Ребята, сегодня был супер классный день. Мы видели абсолютно всех животных, которых только хотели. Самый на закуску получился у нас леопард. И поразил всех слон. Почему? Не скажу. Так, Лилия, ваш комментарий по поводу увиденного. Без слов. Без комментариев. Я сегодня с утра загадала увидеть леопарда. И впереди выходит он, леопард. Пятнистый, яркий и медленно идет в нашу сторону. Ощущения непередаваемые. Бойтесь своих желаний. Чудесное вообще ощущение, когда мы их, когда они исполняются. Естественный кинотеатр. Жираф, крокодил, бегемот, пеликан. Так, никого нет. А чё я пришёл? А, пить хотел. Как это пить? Надо отставить левую, заднюю. Забыл. А не, ещё правую. О. Нам удалось увидеть диких собак, таких с нереальным пятнистым окрасом, большими красивыми ушками. И мы увидели, как они поднимаются и выходят на охоту, перед этим приветствуя друг друга. Это было нереально интересно. После полета у меня было две мысли. Какой же это был потрясающий полет. И вторая, что местные вообще не умеют продавать. И благодаря тому, что я наснимала видео, записала, сфотографировала, показала нашим участникам, участницам, все просто были в восторге. И после того, как увидели видео этой красоты саванны с высоты птичьего полета, с высоты вертолета, поехала вся группа, в итоге все полетали, кто-то даже по два, по три раза, потому что неописуемые красоты виды, животные, и обязательно нужно этим наслаждаться. Мне удалось снять такой ролик, вы не представляете. Мы искали льва час-два, и вдруг он встречается с львицей. И вот этот обмен общения, энергии, это нечто вау. Мне кажется, я просто это никогда не забуду. Это просто нечто. Итак, обычный день в жизни львов и львиц. Обычный вечер, возвращается лев с работы. Так, надо что-то сказать. Нельзя говорить, что опоздал, надо сказать, что задержался. Да, эти дурацкие сотрудники, идиоты, постоянно за них придется все доделывать, приходится. В общем, любимая, я задержался, было много работы, все есть. А, любимая, это ты, слушай, я приснула, так хорошо. Сколько время? 9:03. Ах ты, сука! Я же тебя просила не опаздывать, на 3 минуты опоздал. Завелась, я царь зверей, у меня дел полно. А что у меня рот открывается? Там, видимо, что-то вкусное. Ладно. Я отходчивая. Там вон, да, куда ты смотришь, в кустах ползебры. В общем, ужин готов. Давай, я еще полежу. Закаты в Африке невероятно прекрасны. Это когда огромный красный шар просто опускается за горизонт, и все небо просто расцветает какими-то невероятными красивыми красками. И каждый раз на закате нас привозили в какие-то невероятные живописные места, где уже был накрыт столик со всякими вкусностями, прохладительными напитками. И мы все дружно любовались закатом, ели всякие вкусняшки и делились впечатлениями.
В общем, друзья, мы видели абсолютно всех животных, и я к вам просто обращаюсь. Никогда не смотрите диких животных в зоопарке и в цирке. Ездите на сафари со своими детьми, чтобы дети видели, что такое настоящая жизнь, а не жизнь за клеткой. Всем лайк.